Сильвио Берлускони согласился продать футбольный клуб «Милан» китайским инвесторам. В пятницу основанная им холдинговая компания «Фининвест» подписала предварительное соглашение с китайским консорциумом на сумму в 740 миллионов евро. Сделка, которой еще предстоит пройти одобрение властей двух стран, должна быть завершена к концу нынешнего года. В течение 3 лет китайцы обязались вложить в клуб 350 миллионов евро, причем 100 миллионов уже в ближайший месяц, чтобы закрепить предварительное соглашение. Примечательно, что 2 месяца назад еще один миланский клуб «Интер» перешел в собственность другой китайской группы. Берлускони приобрел «Милан» в 1986 году. С тех пор клуб завоевал множество трофеев, в том числе 8 раз становился чемпионом Италии и 5 раз выигрывал Кубок и Лигу чемпионов. Однако в последние 5 лет «Руссонери» не знали крупных побед.